18:00. Сегодня на ужин у меня картошка, запеченная в духовке. А сверху на картошке получается рыбка в виде консервы моего приготовления. С морковкой и луком тушеная. Обалденно вкусная рыбка. Косточки не чувствуются. Салатик зелененький, шпинат, капустный лист пекинской капусты, как его, сладкий картофель, топинамбур и сметана 15%, лук зеленый, укропчик, все вкусненько. Немножко морковки по-корейски и острые помидорки зеленые с аджичкой. Вкуснота. Ребят, это вкусно, красиво и практически безопасно, потому что картошка не жареная, а в духовке запеченная. И ее там буквально немного. Приятного всем аппетита, удачного. 18:00. А на ужин у меня сегодня вот такой восхитительный, красивый салат от моей девушки. Тут, ребята, пекинская капуста, лук зеленый, яйца отварные, петрушка, укроп, как его, шпинат. Блин, ну короче, это очень вкусный и полезный салат. Украсил я его, видите, сыром сулугуни. Сверху натер и ягодками. Красиво, вкусно, замечательно. Спасибо ей за такой красивый вкусный салат. 18:00. Мой ужин. Сегодня у меня гречневая кашка. Сверху соус болоньез. Это фарш куриного филе. Специи разные вкусные. Лучок. Морковочка, все помидорки, это очень вкусно. И салатик. Салатик делала моя девушка из пекинской капусты, морковь по-корейски, там помидорчики, там, так далее, так далее, так далее. Сверху укропчик. Вот такой красивый, вкусный ужин. 18:00. Мой ужин. Сегодня у меня гречневая каша. Печень говяжья, тушеная в сметане с луком и морковочкой. Один маленький помидорчик от моей девушки квашеный. Салатик я нарубил с пекинской капусты, морковка по-корейски, морская капуста, укропчик. Помидорки мною квашеные, остренькие, буренькие, такие зеленоватые. Вот такой вкусный, полезный, красивый ужин. Приятного всем аппетита. 18:00. Мой ужин. Сегодня у меня рыбка минтай горячего копчения с гречкой. Салатик. Вчера делал это пекинская капуста, морковка по-корейски, капуста по-корейски, квашеные мною зеленые помидорки острые и один помидорчик квашеный от девушки моей. Такая красота, вкусная и полезная еда на вечер. Приятного всем аппетита, удачного похода. 18:00. На ужин у меня рагу мою с мяском, картошка, спаржевая фасоль, морковочка, лучок, капусточка, сельдерей. Все там. И, ребят, морковка по-корейски. Только не по-корейски, а по-одесски. Моя девушка сделала морковку сама лично и меня научила заодно. Теперь я не буду покупать у них, а буду делать сам. И сделали мы на простой терке, видите, не такая вот соломкая, а просто на простой терке. Натерли. Очень вкусное получилось, со специями. Сверху украсил укропчиком. Вкусно, красиво, полезно. Приятного всем аппетита. 18:00. Ужин мой. Пловчик с курочкой, с филе. Очень вкусный получился. Много специй. Куркумы добавил. Салатик, свеколочка. Это моя девушка делала сама. Тоже очень вкусненький такой. Он типа по-корейски. И мои помидорки зеленые, которые делал я сам. Тоже классные квашеные помидорочки. Такие остренькие. Укропчик для красоты и вкуса. И вот такой вот красивый ужин. Приятного всем аппетита. 18:00. Ужин мой. Сегодня у меня ячневая каша отварная, куриное бедрышко отварное, это кемале мое домашнее, и морковочка по-корейски моя домашняя. Сам делаю вот такую вот морковочку. Все вкусно, полезно, красиво и безопасно.
Приятного всем аппетита, удачного похудения. 18:00. Мой ужин. Сегодня у меня салат. Мой любимый, с апельсином, курочкой, морковкой по-корейски, яйца. В нем сверху сыр сулугуни и украсил клюквочкой. Красивый, вкусный, полезный салат. Безопасный для ужина. Приятного всем аппетита. Ищите нас на ютубе под хэштегом «Жирука5». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Давайте худеть вместе. Мы сможем это сделать.